Спасибо, дорогой донатер с никнеймом, в общем-то, не буду, который я читать, Страт, LTD, Яко, в общем, спасибо. С текстом здоров, я давно ждал, го, смотреть что-нибудь смешное. Ну, го, ну, получается, мы смотрим 8 минут и 40 секунд. Полгода назад я рассказывал об удивительном движении некрокоммунистов, которые всерьез считают, что Советский Союз на самом деле не развалился, но от простых граждан этот факт тщательно скрывают. Тогда я говорил, что трудно себе представить людей с более кринжовыми идеями. Наша родина, Советский Союз, нерушимый Советский Союз, он до сих пор жив. Но сегодня я расскажу... Ну, что может быть кринжовее? ...об их прямых конкурентах за это звание. С гораздо... Только этот канал. ...более глубокой историей и длинным послужным списком. Речь, конечно же, про старых добрых неоязычников, или как они себя любят называть, родноверов. Впрочем, более широкому кругу зрителей так, они известны под более благозвучным названием. Дол! Бо! Сла! Долбославы! Вы! Ну, знаем Долбославы. Таких. Долбославы! Вы наверняка слышали про этих странных людей, которые носят длинные рубахи, амулеты и перевязывают волосы хайратникам. Но если вы думаете, что их ролевые игры ограничиваются попытками восстановить истинную веру древних русичей, то, думаю, сегодня вас ждет множество открытий. Как правило, неоязычникам мало странных ритуалов с молитвами Перуну. Так что, если хотите узнать, как арийцы связаны со славянами, у кого нацисты украли свастику, кто втайне производит биороботов и по ком звонят кедры, то смотрите... Биороботов я произвожу тайно. В древности людям жилось понятнее. Хочешь успеха в сражениях? Попроси помощи у Перуна. Хочешь хорошего урожая? Попроси совета у дождь бога. Ничего в мире не происходит просто так. Ветер, огонь, удача, всем руководит какой-нибудь бог или дух. Да. Можно подумать, вот ведь дикие были люди. В лесу родились, пням молились. Но сильно ли отличается наше время от их? За предков духи решали, в какой день нужно сеять рожь. А за нас нейросети определяют, какие видео нам смотреть на ютубе, какую музыку слушать и какие сериалы включать. Какие нахуй нейросети? Это юдь бог, блять, решает. Ты ему должен помолиться, и он тебе покажет хорошие видосы. Ты что, дурак, что ли, блядь? Того, насколько плотно нейросети... Ебанутый, блядь, хуйню несет какую-то. А сколько еще будет? Пиздит людям говорит о том, просто. Что на рынке труда все больше будет расти спрос на профессионалов, которые умеют эти нейросети обучать и разрабатывать. А занимаются этим специальные люди, дата-сайентисты. Плодом от становятся самые разные технологии, от сервисов по доставке еды до управления сетью спутников. Если вы хотите сменить скучную и нелюбимую работу на профессию будущего, которая реклама, будет... Реклама, блядь, точно же реклама. Ебан. Реальный рабочий процесс, 5 нейронный... Кстати, я... Успешно прошли поют YouTube, туплю. И, плюс к этому я... Ну, короче, чуть обучать. Больше посмотрим, тогда ладно. Ходите по ссылке в описании и сделайте первый шаг в его сторону. Из веков далеких мудрость-то извлечь. Так уж сложилось, что с миром неоязычников я знаком не понаслышке. В ранней молодости я прям активно увлекался родноверием. Читал книги, ходил на языческие капища, даже посещал кружок славяно-горецкой борьбы и вырезал личный священный амулет из дуба. И даже чуть было не стал каким-нибудь огнебором или доброславом. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я как-нибудь рассказал об этом на стриме. А потом я повзрослел. Но все-таки какой-то инсайт из тех времен я могу дать. Современное неоязычество не имеет какой-то единой идеологической базы, вплоть до того, что каждая община может придумывать собственных богов и собственную древнюю историю славян. Но в основе всех таких учений лежат похожие идеи. Это ностальгия по якобы утраченному золотому веку славянской цивилизации, когда русские были самым сильным народом в мире, а все остальные нам завидовали. Ну и до кучи попытка объяснить, почему... Только не было такого русских, по-моему. Все не так идеально. Разумеется, потому что русские отошли от правильной веры и пали под натиском христианства. Жидомасонского, конечно же. Так конечно. Что нельзя сказать, что родновера... Блять, а что, чье христианство? ...движет искренний интерес к своим корням и к славянской дохристианской культуре. Многие в эту движуху приходили для того, чтобы бороться с современными проблемами. А рассказать я о них решил, потому что это интересный пример того, как некое базовое убеждение при отсутствии какой-либо фактологической основы заставляет людей выдумывать самые изощренные культы. Пиздец, там радикальные геймарсиане жука огромного прислали, уродливого, блядь, живого. Пиздец, сейчас, секунду. Сейчас. На 5 подчеркиваний. Спасибо большое за донат, человек с никнеймом Радио Тапок. Вот. Спасибо. Так. Кирилла умер. Как умер? Да, здравствуйте, Кирилла. Умер. Неоязычество — это как большой конструктор Лего с набором некоторых догм, книг и бреда, из которого каждый может построить собственную версию настоящей веры предков. Но обо всем по порядку. Сначала давайте разберемся в терминах. Во-первых, неоязычество... Во-первых, почему вера в предков? То есть термин неоязычество подразумевает, что ты исповедуешь любую какую угодно религию, относящуюся к языческим, не обязательно вообще связанную с именно... Как это называется? Ну, со славянскими, короче, какими-то религиями. И при этом
Ты современный. Все, больше ничего это не значит слово. Просто язычество — это разные вещи. Исторически язычниками называли тех, кто в древности исповедовал не авраамические религии. Иногда туда относят все религии, где присутствует несколько божеств, как, например, у индуистов или древних греков. Современные язычники все еще сохранились в племенах Австралии. Спасибо, дорогой донатер. Посмотрим. Огнеперт. Лично я огнеперт, запомните, называйте меня только так теперь. Легенды веры о них передавались из поколения в поколение, поэтому до сих пор существует единая традиция. А вот с неоязычным... Еще я Мстисраф. С язычеством ситуация другая, потому что никакой единой линии настоящей славянской религии нет. И те, кто считает себя равноверными, думают, что занимаются восстановлением древней веры. Каждый на свой вкус. Может показаться, что разница тут невелика, но на самом деле она огромна, потому что от настоящего древнеславянского язычества сколько поднял за вечер? Никаких сведений. И каждый может один килограмм. Любое прошлое, которое будет ограничено только фантазией автора. Кстати, представьте себе, у язычников и скептиков есть кое-что общее. Это критическое отношение к христианству. Спроси любого равновера, он ответит. Я думал, язычники — это те, кто сосутся с языком. Что христианство ставит людей в положение рабов. И негоже гордым русичам называть себя рабами. Но есть еще одна... Не ладони сложены в молитве, а поднятый вверх кулак. Мы металлисты, сделаны из стали огня. Религия, к которой у язычников еще больше претензий. И это, разумеется, иудаизм. Ведь всем же известно, от кого все беды на Руси и кто выпил воду из крана. И это даже не совсем шутка. Одна из самых главных книг неоязычества под названием «Удар русских богов» буквально утверждает, что в ходе синайского эксперимента были созданы новые евреи в виде биороботов. Это когда мне 40 лет по пустыне водил. Также досталось и кабале. Ведь на что похоже слово «каббала»? Конечно же на кабалу, а значит это очередное зловещее учение евреев о том, как захватить всех в рабство. Неспроста. Но еще... Не, подожди, тут должна быть хитрая еврейская музыка. Сейчас. Обязательно. Ну, короче, хитрая еврейская музыка. Мегабас там написано. Может быть, это и есть типа неоязычество? Но это не очень хитрое, вот нужна та же. Да где? Сказка о хитром принце. Нет, должна быть вот это. Да где оригинал? Типа я каждый день перед стримом слушаю, если что. Да скиньте мне в личку в Антона Калюжного, пожалуйста, ВКонтакте. Одна часть равноверов на простом антисемитизме не останавливается. Но это не Хава Нагила, это другая. Разных рас, это инопланетные пришельцы. В идеале, если кто-то знает, как она еще называется, я бы вообще с удовольствием знал. Все это причудливым образом сочетается с рассказами о пришельниках и пантеоном славянских богов вроде Перуна, Велеса и Дождь Бога, расставленных в произвольном порядке. Ну и, конечно, не обходится без празднования традиционных славянских праздников вроде Дня Перуна, Мокоши, Солнцеворота, Ивана Купалы и прочих, чья традиционность зачастую вызывает большие вопросы. Кстати, хотите посмотреть на такой вот языческий обряд? Чтобы он песню заграл. Донатили, чтобы я сыграл песню, а я вместо этого спел, блядь, хитрую еврейскую музыку. Блять, Алекс, прости, пожалуйста. Ну, Алекс, реально, короче, как-нибудь я вис. Ебать там. Но есть и те, кто просто цветочки собирает и играет на флейте. Я. В общем, неоязычество — это ядерный коктейль из плохо сочетаемых ингредиентов. Тут вам и теории заговора, и активисты, и любители фэнтези под видом древней истории.
Впрочем, в этом самом подходе нет ничего нового. В религиоведении давно существует термин «религиозный синкретизм». Это когда сталкиваются несколько учений, начинают активно друг на друга влиять, и в итоге получаются странные культы, где намешаны догматы всех... Да, например, православие. ...изначальных идеологий. К таким вот синкретическим культам можно отнести традицию вуду в Новом Орлеане, саентологию, весь New Age и множество новых религиозных движений, включая, разумеется, и наше язычество. Поэтому так трудно все равноверие подвести под общий знаменатель. Есть множество различных течений, у которых из общего только возвращение к славянским корням, обрядам и праздникам, а еще не любовь к христианству и людям других национальностей. Но при этом каждое направление обладает своей версией развернутого вероучения. Но возникает вопрос: если о настоящем древнем славянском язычестве известно крайне мало, то откуда неоязычники черпают информацию? Может быть, кто-то из них всерьез занялся исследованиями и объездил исторические памятники? К сожалению, нет. Как правило, их исторические изыскания не выходят за рамки фантазий о прекрасной России прошлого. Правда, я что-то сомневаюсь, что нашлось бы много желающих жить в таком мире. Тут пока достаточно сказать, что две из самых... Без очереди сейчас посмотрим, когда немного еще посмотрим челика этого. Известных неоязыческих книг, признанных экстремистами, запрещены распространение. Ну я не знаю, сколько смотреть, похуй, смотрю, сколько смотрю. Но как вообще язычники дошли до жизни такой? Блять, так он долго душнит, короче, ебать, ладно, все, давайте помотаем. Че там? Дед Остромысл. Короче, я не знаю, чего он доебался. Когда будет рассказывать всю правду о радикальных геймерсианах, вот тогда и поговорим.